Одинцовское управление архива оказывает информационную поддержку проекту «Образы войны», приуроченному к 75-летию Великой Победы. В его основе уникальные военные фотографии, предоставленные коллекционерами и музеями. Жители Одинцовского округа также могут разместить в электронной базе проекта семейные фото, имеющие отношение к истории Великой Отечественной войны. Предполагается, что проект объединит в общей сложности около 20 тысяч фотографий.